Добрый день, уважаемые отдыхающие. Сегодня мы в отеле Кемпинский, Гранд Отель Кемпинский. Первый раз, поэтому все съемки буду делать от первого лица. Приятного отдыха всем. Вышел из лифта, буквально рядышком находится комната, которую нас заселили, 646. Вот такой вот шикарный номер. Душевая. Здесь же ванная, полотенце. Мы заселились втроем, поэтому сразу на троих комплекты и халаты. Все чисто, все убрано, все замечательно. Сейф. Шкафов много. Здесь не то, что погостить, здесь жить можно. Гладильная доска. Утюг. Мини-бар. Вода. Ну, вода бесплатная. Чайник, кружки, стаканы, фужеры. Выйду на балкон, посмотрю, что на балконе. Ой, балкон довольно-таки вместительный. Вот такой вид из окна на парковку. Здесь подземная парковка есть. Две парковки больших на улице. Ну и Черное море. Видно Черное море. Красота. Погода, правда, на улице сырая. Но это не пугает. Отель достойный. Пройдусь потом по территории. Еще покажу территорию. Пройдусь по отелю, покажу. Ну и номер. Большая кровать. Раскладушка для ребенка. Телефон. Wi-Fi здесь на всей территории. Удобное кресло. Такой столик оригинальный. Да, мне понравилось. Очень шикарно. Осваиваемся и отдыхаем. На каждое крыло идет два лифта.
Нас заселили на шестой этаж. Это крыло Винг называется. Или крыло парк, не знаю. Вот такой фойе. Рояль стоит. Ну и вот тоже два лифта на одно крыло, два лифта на второе крыло и два лифта на наше крыло. Стеклянная крыша, естественное освещение. И помимо этого еще панорамные окна. Это на ту же сторону, куда и у нас выходят окна. А сейчас прогуляемся здесь, посмотрим, какой вид из каждого крыла открывается. Все чисто, все убрано. Порадовало, что даже на балконе в углах нету ни грязи, ни пыли. К чистоте относятся качественно. Здесь на улице дождь, витраж забрызганный. Бассейн один, второй, горка на территории. Но сейчас все это пока не работает, потому что еще прохладно. Ну и залив. Красиво. Если дождь немножко прекратится, позволит снять на улице, сходим, поснимаем на улице. Лифт тоже панорамный. Здесь внизу сразу бар, закуски, напитки, алкогольные, безалкогольные, на любой выбор. Можно посидеть, почитать. Сейчас выйдем, на ресепшн пройдем. Схема расположения, план эвакуации. И выход. Сколько много подушечек на диване. Парфюмерный магазин. Здесь тоже бутики какие-то есть. Очень много подушечек. Это лестница и лифт с подземной парковки. Тоже пойдем посмотрим.
ресепшн, люди оформляются. На улице хорошо, свежо, но дождик. Тоже магазин, детская площадка. Вот так вот выглядит снаружи корпуса. Крытая крыша. Пойдемте на парковку пройдемся, посмотрим на крытую. Так парковка по кругу идет. Здесь перекрыто. Даже парковка чистая. Просто ради смеха. Все углы чистые. Это говорит о том, что люди занимаются отелем не просто так. Далее. На ресепшн зонтики, вот, под зонтиком иду, зонтик кемпинский. Прогуляемся, посмотрим, что есть на территории. Территория ухоженная, здесь концертный зал есть. Это первая гостевая парковка, где можно припарковать тоже автомобиль. Там вот слева тоже какая-то площадка. Летний театр, скорее всего, здесь. Фонтаны летом работают с подсветкой, много сопел, фонтан красивый должен быть. Также на территории отеля есть бунгало. Бунгало работает только в летний период. Парковочных мест очень много, поэтому я думаю, трудностей с парковкой возникать не должно. Да, это крытая сцена. Навес также на сидячие места. Но это под какие-нибудь мероприятия. Два поля для большого тенниса. Сейчас вокруг обойдем и дойдем до бассейнов, где бассейны мы видели из отеля. Там еще пройдусь, поснимаю.
также два ресторана в отеле. Шуметь немножко. А вот переход, где с крыла, это крытый переход в спа-зону. Сейчас пройдем снизу и посмотрим. Бассейны. Вот этот спуск вниз, это въезд на подземную парковку. Подошел охранник, сказал, у нас территорию не снимают. Ну, не снимают, не снимают. Не будем снимать. Пройдемся к бассейну и выйдем. Здесь тоже получается сделано под бар. И сами бассейны. Это спа-зона, вот там открытый бассейн. Есть вот маленькая круглая чаша. Детский бассейн. Идем через наше крыло. Здесь есть другой лифт. Также лестница есть. Спускаемся на второй этаж. Ренессанс-холл.
ищем спа-зону. И нашли какой-то ренессанс-холл. Вот такой кинозал. Темновато, правда. Неправильно нам указали лифт. Не в нашем крыле, а в другом крыле. Проход в спа-зону. Это как раз идет бассейн. А мы в конгресс-холл попали в халатах. Налево фитнес-центр. Салон красоты здесь. Хороший тренажерный зал. Действительно хороший. А спа-зона здесь вниз, еще по лестнице спуститься. Термальная зона. Здесь, если будет жарко, то снимать не буду. Картинки на стенах. Теннисный стол есть, дети играют. Бар. Туалет мужской, женский. Бассейн. Вот бассейн. Детский бассейн маленький есть. Рюкзаки. Вот здесь я покупаю. Здорово. Вода очень теплая, где-то 26 градусов, 26-27. Это термальная зона здесь, сауны, парилки. Туалеты.
Зона релаксации. Зона релаксации. Посидеть, отдохнуть. Вот, немножко показал. Здесь можно посидеть, отдохнуть, а дальше уже там люди отдыхают. Вот так удобно здесь и сауна, и лакониум, и хамам есть, парилки. Вот схема расположения объекта, где что находится, где танхаусы. Вот это вот проход к морю. Здесь калитка открывается ключом от комнаты. Ну вот и отдохнули в отеле. Попрали. Ненадолго. Сегодня на выезде, на улице солнце. Получить при солнце. Съемку сделать, произвести при солнце не получилось, поэтому будет у нас съемка в дождливый день. Отдохнули замечательно, хорошая спа, хорошее питание. И здесь вот такая красивая набережная, на которой можно прогуляться. Он не заселен. Ну а в целом я хотел сказать об отеле. Все прекрасно, все шикарно. Отель замечательный. Всем удачного отдыха. Всего вам доброго.